Всем хай! С вами Петик Николай и папа! И сегодня что мы с тобой будем делать? Конструктор! А какой у нас сегодня конструктор? У нас сегодня конструкция, конструктор из серии «Академия маленьких испытателей». И собирать мы будем часы-маятник. Вот такая вот коробка. Написано, что мы будем развивать техническую фантазию, координацию движений, логическое мышление, а также научимся пользоваться инструкциями, читать чертежи, ознакомимся с основами механики и познаем все тайны Вселенной. Ух ты, смотри, как он классно запакован. Смотрите, все, он запакован пленкой. Есть, что это, две инструкции? Нет, инструкция одна. Давай покажем, смотрите, вот эта вот инструкция, такая гармошечка. О, сколько нам тут всего делать, надо с двух сторон. Инструкция гармошка и есть, а что это у нас такое? Это другие наборы. А также есть флаер, где показаны другие наборы из этой серии. Вот. Смотри, сколько у нас всяких запчастей здесь получилось. Там маленькие механизмы можно повредить. Тут механизмы не такие уж и маленькие. Так, да, глянь, в наборе даже есть отвертка. Смотри, какая тут отвертка. Крутая? Смотри, какая листовая отвертка. Так, что мы будем делать? Давай, я предлагаю начинать ознакомиться с инструкцией. Осталось нам что? Установить стрелки, повесить бутылку и вставить ключ, да? Правильно? Ключ. Ключ вот сюда одеваем. Это когда наши часы установят. Одеваем. Так, вот наши часы вроде и собраны. Теперь нам осталось нашу бутылку набрать воды. Ага, у нас уже с водой. И попробовать, как же наши часы будут идти. Да? Смотри, давай накрутим сюда. Водичку. Так. И сейчас под весом, наверное, наши часики должны пойти. Теперь наш эксперимент, да, пойдут ли наши часы? А ну, если мы все сделали правильно, то наши часы сейчас обязательно пойдут, да? Мы их сейчас поддержим чуть-чуть, смотри, тик-так. Слышишь этот звук? А ну, тихо.
как настоящие часы, да, тикают? Да. Конечно, очень классная игрушка такая, конструктор. Очень хорошая, очень интересно, да, было? Да. Интересно было собирать? Да. И мне. Давай поставим стрелки на 12 часов, чтобы было лучше видно, как они отклоняются. Часы прям как настоящие, да? Они даже заводят, крючком заводят. Очень здорово.